Новые автомобили, денежные премии, почетные грамоты и государственные награды. Сегодня в столице региона чествует аграриев Новосибирской области в разгаре Дни урожая 2016. Тему продолжит Андрей Баев. Сотни дней напряженного труда за плечами. Уже традиционно в нашем регионе отмечают тех, кто особенно отличился во время уборочной. Аграрии Новосибирской области в этом году повысили показатели урожайности. Теперь время понять, как в следующем сезоне вырастить и собрать еще больше качественного зерна, кормовых и овощей. То, что мы достигли сегодня, он достойный результат. То, что он может быть больше, конечно же, больше. А поэтому за счет чего этого больше достигать и за счет чего это будем улучшать нашу жизнь? Это вот вопрос, который вообще решается каждым днем. Понемногу. Поэтому вот понять эти составляющие и дают нам эти дни урожая. Я благодарен вам всем за то, что мы и достигли этих результатов, а залом, что мы все-таки находимся в поиске дальнейших этапов развития. В Большом зале правительства главы региона и областного заксобрания вручают почетные грамоты, благодарственные письма и денежные премии победителям неофициального соревнования. Почетной грамотой губернатора Новосибирской области награждаются занявшие первое место среди районов Новосибирской области. Качковский район, глава района Шилин Петр Александрович. Председатель Совета депутатов Макарушкин Владимир Михайлович. Чуть позже, уже по соседству, в концертном зале имени Каца главный торжественный концерт во славу тружеников земли Новосибирской. Государственные награды вручает полномочный представитель президента страны. За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд орденом дружбы награжден Коротченко Анатолий Григорьевич, тракторист-машинист. Анатолий Григорьевич, мы просим вас подняться на сцену за этой высокой наградой. Еще одним подарком хозяйствам Новосибирской области стали новенькие УАЗики. Ключи от автомобилей вручили также в торжественной, пусть и уличной обстановке. Что касается автомобилей, то для села УАЗик – это самая лучшая машина. «Газель» хорошо, «Соболь» хорошо, но лучше УАЗика для села ничего нет, и мы очень рады. Главное, говорят аграрии, что все основные вопросы уже на следующий сельскохозяйственный сезон решены. Господдержка будет, люди есть, а значит и урожая в 2017-м быть. Но все же один вопрос, который, правда, никак не влияет на агропромышленный комплекс, остался без ответа. Что поразило не только участников награждения, но и обычных жителей Новосибирска, обывателей, прохожих, это то, как ровно стоят автомобили, словно по линеечке. Самое интересное, что расстояние и между машинами не более 30 сантиметров. Вопрос, кто так аккуратно и красиво выставил автомобили для этого торжественного момента, остался, к сожалению, без ответа. Андрей Баев, Андрей Дулепов, новости ОТС.